Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в игру The Sims Mobile. Давненько у нас не было серии, но, как я вам говорила, я готовлюсь к Рубриконе, и снимать мне, честно говоря, некогда, и мне некогда даже следующее поколение вырастить. Кстати, многие пишут, что сейчас у них проблемы со следующим поколением, в плане дети как-то долго растут, и все в таком духе. Я, к сожалению, не могу ничего по этому поводу сказать, потому что я сама не пробовала сейчас еще детей выращивать. Вот, но если вдруг у вас проблемы с разделением детей, то, знаете, она сейчас у многих. И давайте посмотрим. У нас здесь началась акция ко Дню Благодарения, который в США проходит. Праздник счастливого урожая. Ну, или наоборот, мы поняли. Значит, и нам надо заработать больше 7 миллионов, чтобы... Окей, мы заработали 7 миллионов, когда зашли. Хорошо. Дальше, заберите пироги из Рога Изобилия. Для этого нам надо что сделать? Возьмите Рог Изобилия и... Классно, где нам его взять? Глупый вопрос, но тем не менее. Так, что какие-то у нас глюки были. Это акция временная, праздничная, на 5 дней. Можно зарабатывать пироги и получать всякое разное интересное. Вот, ну, кто бы сомневался, что можно. Хорошо, и задание плюс временные задания, как обычно. Что мы можем получить из наших штучек? Что это? Что это? Это кусочек тортика с... Что это? Я что-то не пойму. Игра с подковой, камин, одежа и всякие разные декорации. Вот, осенние, потому что это как бы осенний праздник урожая, тыковки и прочее, прочее. В общем, нечто такое промежуточное между Хэллоуином и уже более таким рождественским, что ли, праздником. Ну, в общем, это праздник урожая. А, это главный приз, это соковыжималка. О, ну как. Он на чё, Михалыч-то? Ну и, как обычно, в сундучках за 7 баксов то же самое, только немножко с другим шансом. Хорошо. Давайте посмотрим, где же мы можем получить наш рог изобилия. Может быть, где-то продаются в магазине. Нет, он не в магазине, он на складе. Я не помню, чтобы у меня на складе был рог изобилия, но если вы так считаете. Хорошо, давайте мы его вот тут пока положим. Я, кстати, положим, покладем, вы поняли. Я, кстати, убрала частично, как видите, хэллоуинские декорации, но не полностью. Некоторые я решила оставить. И нам... Где этот рог изобилия? Нет места. Ага, это как, в общем, это как и котелок на Хэллоуин, то есть там будут копиться пироги и все, да? Хорошо, спасибо, разъяснили. Нажмите на диван, чтобы посмотреть фотографии праздничной еды. Кстати, список всех заданий будет в... В описании я оставлю ссылку на весь список заданий. Если вам интересна эта квестовая линейка, пройти ее целиком, то можете там посмотреть. Вот там все будет. И дальше... Так, нажать на холодильник, чтобы привести в порядок еду. Да, мы обязательно это самое все попозже сделаем. Привести в порядок еду. Киюшки. Я, кстати, Писимов переодела. Кроме... Как тебя зовут? Я уже забыла. Как у нас персонажей-то зовут? Тебя зовут... Джон. Точно, Джон. А всех остальных переодела. Окей. И кликайте... нажимайте на книжные полки, чтобы найти рецепты. Хорошо, ищем рецепты. Да, да, обучение. Перестань. Я знаю, что надо нажать. Я нажму. И приставай ко мне. Ко мне пристало обучение, что-то от меня хочет. Хотит. Вот. Давай, давай, давай. Значит, список я вам оставлю. Потом, у нас скоро будет следующее... А можно... Ей уже достаточно? Хорошо. Кстати, да, как видите, у меня стоит реликвия с призраком. Я все-таки жуткую историю эту взяла. Вот, но пока еще ни с кем ее не проходила, само собой. Так, и завершите событие... Любое или какое-то конкретное? Рабочее место, карьера или хобби? А, любое. Ну окей, давайте тогда пообщаемся, если нам любое можно завершить. Давайте быстро пообщаться. Кстати, давайте уже откроем, чтобы они от меня отстали с этим конвертом. В общем, будет скоро новое обновление, в котором у нас будет зима. Локации будут немножко зимними. Ух ты, праздничный весенний... Осенний, весенний... Осенний венок.
Ей, милота-то какая. В общем, будет следующее обновление скоро. Там будут новогодние локации. Ну, как минимум, в центре города, по идее, должен. Хотя, вроде, там на скриншоте было даже не центр города, а что-то другое. Набережная, что ли. Короче, будет снег, будет новое хобби катания на коньках, будут, понятное дело, коллекции... Ну, раз это венок на это самое, на стену, на дверь, пускай висит. Вот, катание на коньках хобби будет, будут новогодние коллекции всякие разные, рождественские. Игра в бете была в том году уже в... Короче, в том году пока была бета, в принципе, уже у нас... Была рождественская коллекция новогодняя, мы ее с вами, конечно, не видели, потому что мы еще не играли, но люди, которые в бету играли, они как бы уже это проходили в прошлом году, и, в общем, пока неизвестно, будут ли какие-то новые декорации или будут прошлогодние, это пока никто не знает, вот, но в любом случае мы с вами играем большинство в первый раз, поэтому для нас это в любом случае будет интересно, вот, и что, что такие меня долгие? Уверенно немного себя чувствует. Давайте я это, наверное. Сейчас мы попробуем уверенное действие. Я немножко мотну. Вот, уверенно. Попытаться свалить с ног. Опять нам все шполка. Шполка. Шполка нам все закроет. Вот это я новое слово придумала. Шполка. Супер. И урашеньки, мы все закончили. Можно мы не будем смотреть рекламу? Нет, спасибо. Там три, конечно, пирога, но я что-то так тороплюсь, вы не представляете, как я тороплюсь. Так, получить награды, и надо утеплиться, измените свой внешний вид. Окейушки, давайте мы изменим свой внешний вид. Давайте шапку наденем или свитер. Боже, я поняла, что у нас в игре толком-то свитеров-то пока нету. Я надеюсь, в новогодней коллекции есть какие-нибудь свитерки? Я походил, давайте вот такой... Киюшки. Изи, да. Короче, я увидела слово изи, и я такая, да. Если что, на канале буду выходить записи по этому самому новому дополнению за 74, и там будет изи. Да. Так что смотрите, будет называться «Я звезда», там будет Juniper Монтаж, и позже мы подселим к себе изи. Спойлер, спойлер. Вот, я серии буду по одной в день выкладывать, так что следите. Праздник урожая, соберите пироги, награды за задания. Окей, ну, в общем, все как обычно. И да, кстати, наборчики за донат с различными вкусностями и одежей. Это вот, кстати, одежда из дополнения времена года и сережки из дополнения времена года. Короче, они берут модельки из The Sims 4 и вставляют в The Sims Mobile, а из The Sims Mobile они вставили Изи в The Sims 4, представляете? Он, правда, там живет... Завершайте праздничный уют в кафе. Он там, правда, живет в этом самом... Он бездомный, у него там даже трейлера своего нет. Мне ребята, кстати, на стриме предлагали сделать ему трейлер, вот, и все такое в духе. Но мы его подселили домой, и будет у него своя комната, конечно, не буду я человека мучить. Праздничный уют в кафе. Не буду я человека мучить трейлером. Хорошо, в общем, на этом мы пока закончим. Значит, смотрите за Sims 4 прохождение про новое дополнение Get Famous по серии будет выходить с этой акции. Ссылка на квесты будет в описании. Смотрите, что вам надо, куда чего. Я тоже сейчас посмотрю, распланирую, кого куда дальше поставлю. Насчет наград я пока тратить не буду. Опять же, я проверю, я не проверяла, что надо ли там будет... какие-то траты жетонов или лучше подкопить. Вот, в общем, акция в целом такая же, как обычно. Ничего особо нового нету. И ждем новое осеннее дополнение. Зимнее уж, господи, дополнение. Кстати, давайте пока реликвию-то заберу. Изичка, господи, я не могу на нее теперь смотреть. Я прям... Да, Изя. Вот, и ждем новогоднее обновление. Это будет именно обновление полноценное с новогодними квестами и прочим-прочим. И, кстати, да, периодически... Меня многие спрашивают, где взять реликвии на карьеры и хобби. Они иногда бывают вот здесь. Они за редкие жетоны. Вот, и тут бывают и фотографы, и, может быть, даже фортепиано, и вот хирург и прочее-прочее. Если вы пропускаете квесты в линейке с ними, то они бывают периодически и здесь. Вот, так что... имейте в виду, пишите, как у вас дела в игре, какие проблемы вы еще испытываете,
кроме младенцев. И увидимся с вами, не знаю когда, очевидно, когда уже выйдет обновление. Надеюсь, этот ролик был вам интересен. С вами была Тома, пока!